Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас всех видеть. Сегодня мое видео начинается с того, что я наношу такой повседневный макияж, крашу реснички, крашу брови, также приведу в порядок волосы, сделаю две косички. А вообще, девчонки, сегодня мое видео будет про вечернюю рутину, то есть чем я занимаюсь вечером, покажу вам мой вечер с малышом, так как я обычно всегда вам показываю больше всего первую половину дня, чем я занимаюсь. Так как все-таки, наверное, утром у меня намного больше дел, чем потом ближе к вечеру. Но все равно кому-то бывает интересно, как проходит у меня вечер с малышом. Я помню, что такие вопросы мне задавали и просили именно заснять вечер, как у меня проходит с малышом, чем мы занимаемся. Так что сегодня видео будет такое, знаете, про вторую половину дня. Но будет также много всего интересного. Мы с вами прогуляемся и по ТЦ. Пока покажу вам также наши покупочки, ну, в общем, как всегда, будет насыщенный влог. Всем приятного просмотра. Девчонки, в общем, Тимка у меня спит, а муж у меня решил заказать доставку сегодня, доставку из магазина Перекресток, чтобы я не ходила с коляской в магазин, потому что он работает сегодня целый день. А сегодня у нас 30 число, сегодня, в общем, у них инвентаризация на работе, и поэтому, в общем, он точно не сможет прийти, он остается на работе до конца, до самого вечера, чтобы там все продукты посчитать, в общем, ну, как знаете, да, обычная инвентаризация, в общем, продуктов вообще всего ресторана. А завтра у нас 1 число, и мы собрались делать шашлыки. Скорее всего, пойдем все вместе, если будет погода более-менее нормальная. Но я прям на это надеюсь, но просто передаю то, что будет дождик. Но я надеюсь, что дождика не будет. Вроде бы сегодня такая ясная погода, но достаточно пасмурно. И прохладный такой прям ветер. Окна открываю, и очень ветер холодный. Не знаю, если завтра, в общем, будет тепло, мы тоже пойдем с Тимкой, потому что муж говорит, что здесь недалеко, и, в принципе, я, наверное, с коляской дойду. Ну, до определенных мест, да, где можно жарить шашлыки. Как бы в Москве не везде можно, да, в любом парке там хоп, развел костер и пожарил шашлыки. Так нельзя, конечно же. И нужно в определенное место идти, где это разрешено, где стоят мангалы. Есть бесплатные места, есть платные места. Ну, в общем, мы посмотрим, что там и как будет. А если будет совсем холодно, то мы, наверное, с Тимкой останемся дома, а муж с другом сходит, пожарит шашлык и приедут домой, привезут домой шашлык. В общем, приходится как-то так, потому что если куда-то ехать за город, это, конечно же, там надо снимать какой-то домик, какое-то место, да, в общем, это стоит, конечно же, достаточно немаленьких денег в Москве, в Подмосковье. Поэтому, как бы, ну, так тратиться мы не хотим и не будем, вот. Поэтому сделаем вот таким образом хотя бы вот так вот шашлык покушаем, потому что давным-давно мы уже не жарили. Ну, и сейчас я вам покажу, что муж, в общем, у меня заказал. Я еще сама не знаю, я ему написала список, что примерно мне надо, да, определенные продукты. Но тут так много что-то всего приехало, в общем, сейчас я вам покажу. В общем, приехала вот такие вот 4 пакета. Здесь, значит, один пакет с овощами, здесь картошка и лук заказал муж. Вот такие вот 2 мешочка, в общем, он будет мариновать сам шашлык, поэтому лука им будет надо много. Поэтому он заказал побольше. Дальше следующий пакет. Взял вот такие вот печеньки. Мы тоже обычно такие берем, но в Пятерочке. От Шарлиз вроде бы называется. А это вот какие-то другие. И с малиновым джемом. Так. Вот такие вот. Дальше. Майонез небольшой. Разные сырки. Ну, мы тоже иногда любители разных сырков. Особенно я люблю, девчонки, вот такой вот сырок. Особенно я люблю, девчонки, вот такие вот сырки с карамельной глазурью. Мне они очень нравятся. Вот такие от Светлогорья. И вот такой тоже люблю. Вот. А другие шоколадные. Я шоколадные не очень люблю. Это муж у меня, в общем, кушает. Так, дальше тут муж взял еще какие-то печеньки. Вот такие вот шоколадные. Я говорю, хочу перестать кушать печеньки, он печеньки покупает. Соль. Так. Кашу. Нордик. Овсяные хлопья. Мы их очень любим. Вот здесь тоже он еще взял. Сразу побольше. И Тимка очень-очень хорошо их кушает.
Ясно солнышко покупала. В общем, Тимке совсем они не нравятся. Он прям, знаете, там чуть-чуть поест и начинает как будто давиться. В общем, а вот эту кашу вообще прям за обе щечки улетает. Дальше сыр косичка вот такой вот муж взял. Тоже он вообще любитель вот этих всяких сырных палочек, сырных косичек. Так, хлеб мне взял. Я вот люблю такой хлебушек серый. Так, дальше здесь молоко. Вот я хотела посмотреть, какой срок годности они присылают. 9 число. Ну, еще более-менее хотя бы, но все равно уже, считай, 9 дней осталось, грубо говоря, да? 9 число. Слава богу, что не просроченное. Просто я слышала такое, что бывает в доставках просроченное. Дальше вот муж захотел вот такие вот помидорки. Помидорки черри и огурчики. Это вот на завтра с шашлычком. И еще такой салатик, наверное, обычный сделаю, девчонки, там, не знаю, со свежими огурчиками, в общем, что-нибудь такое. И тут он еще заказал, в общем, фрукты у нас закончились, но он на рынок, в общем, не пошел, поэтому взял там. Вот, яблочки Golden, как обычно, зелененькие, и красненькие взял, вот такие вот. И бананчики, обычно наша покупка. Ну вот, девчонки, и где-то он сказал, что потратил на это 3500. Конечно, Перекресток, он такой себе дорогой магазинчик, но там хотя бы привозят более-менее качественные продукты. Вот, потому что из Пятерочки он не стал заказывать, говорит, не пойми, что привезут еще. Вот, так что, девочки, вот такая вот большая у нас еще покупка. Так, девчонки, в общем, все разложила, порядок навела. Все вот так вот разложила в холодильник. Люблю, когда вообще в холодильнике порядок, сразу немножечко его протерла, чтобы более-менее все было чистенько. И люблю, когда вот так вот все в контейнерах лежит, прям мне очень нравится. Осталось только придумать, куда деть вот эту кашу. Очень много. Вот этот шкафчик, я раньше туда все складывала, сейчас Тимка его постоянно открывает, с ним играет. В общем, там опасно, он может все-таки порвать упаковку и все рассыпется. В общем, надо сейчас найти место на этой маленькой кухне. Вот постоянная проблема, куда мне все поставить. Не хочется, чтобы стояло все на каком-то месте. Можно было бы вот сюда заставить, допустим, да. Но так не хочется, чтобы все вот стояло. Потому что все сразу выглядит как-то навалено. И так, как будто такое ощущение вот на маленькой кухне, что очень много всего, очень много вещей. Хотя, если так разобраться, ну, мне просто здесь нечего выкидывать. Вот нечего. Я уже столько раз расхламление проводила. Просто нечего выкидывать. Тут Тимке, в общем, достала рыбку. Хочу, знаете, девчонки, немножечко попробовать ее обжарить и потушить. С овощами, допустим, там, с картофелем тоже, да, вот так вот сделать. Либо пюре сделаю, либо что-то. Потому что, когда варила в супчике, ему, в общем, не нравится рыбный суп. Он вообще, короче, отворачивается, не кушает толком. Хочу вот так вот попробовать рыбку. Все-таки рыбку тоже нужно кушать. Тут себе разогрела, в общем, обед, надо покушать. И девчонки, всем достала, в общем, свинину кусочек и половинку бекона. Вот такой вот бекон мы покупаем. Сейчас покажу вам, что я буду готовить. Не сейчас, а вечером. В общем, вечером к приходу мужа примерно буду, в общем, готовить. Сейчас тоже покушаю. И надо еще сходить сегодня на прогулку. Также покажу наш вечер вам, как я вам и сказала, да, сегодня такое будет видео не утреннее, а вечернее. Хочется тоже немножечко с вами поделиться, как вечер у нас проходит. Так что видео должно получиться тоже насыщенное. Девчонки, Тимки я сварила. Вот так вот это все выглядит. Потушила, в общем, не сварила, а потушила рыбка. И вот так вот овощи. Есть у меня мексиканская смесь. В общем, картошку добавила. И вот так вот потушила ему. Будем сейчас кушать. Он, кстати, проснулся. Тим. Тима, привет передавай всем. Тимур. Просится, чтобы я его на стульчик туда поставила. Нет, нет. Не пойдет, так не пойдет. Пойдем? Пойдем. Надо тут вон кроссовки у меня стоят. Хочу поставить стирать. Да, Тимка?
Раскидал носки свои. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Деловой, можешь же сам ходить. Зачем у мамы за пальчик-то за один держишься? Туда-сюда будем ходить сейчас, да? Вот так. Вот так. Вот так могу, и вот так могу. Еще вот так могу. Да, сын? Так же, конечно, доделываю все свои домашние дела, которые у меня еще остались с утра. Вообще, девчонки, с утра я делала уборку, но я не снимала, потому что мне кажется, то, что я снимаю одно и то же, я вам уже об этом говорила, то, что мне иногда кажется, то, что вот у меня постоянно все однообразно, поэтому я не стала утреннюю уборку вам снимать, в общем, и решила снимать только вечер, чем я буду заниматься во второй половине дня. А тут у меня была стирка. Сначала поставила белое белье, потом поставила цветное белье, темное белье, в общем. Также надо будет потом и кроссовки еще постирать. Ну и тут мы пойдем с Тимкой дальше уже заниматься, играть буду с ним. В общем, в принципе, у нас вечер, наверное, проходит, как и у многих мамочек, проходит обычно. Занимаемся с Тимкой, в различные игры играем, книжки читаем. В принципе, мне кажется, проходит однообразно, как в принципе и у всех. Ну и также попутно занимаюсь какими-то еще домашними делами. Хулиганишь? Сели кушать, да, сына? Вроде хорошо рыбку кушает в этот раз. Видимо, может быть, она как-то по-другому получилась. Ну, та вареная ему, в общем, тогда не понравилась в супчике. Да? А еще яичко бери. Яичко. Только не кидай. Кушай, кушай, мама. Ой, так ты сразу все, что ли? Санечка, надо было чуть-чуть, а ты все сразу засунул. Да? Жуй сейчас потихонечку. Нет, подожди, прожуй сначала. У нас тут идет ералаш. Вообще, обожаю, девчонки, ералаш, если честно, с самого детства.
девчонки, мы пришли домой. В общем, взяла Тимке вот такие мини-хлебцы с яблочком. Не знаю, попробует. И, в общем, взяли мы в итоге эти кроссовки. Кроссовки кеды, наверное, так можно назвать их. Вот такие вот. Но они мне больше всех там понравились. В общем, я долго выбирала, смотрели, мы мерили, в общем, несколько мерили. Но вот эти мне больше всех как-то понравились, как они ему на ножке сидят. И запас есть небольшой, в общем. Как бы, получается, говорят, что 0,5 сантиметра вроде бы должно, либо сантиметр должен оставаться. Вот, у меня как бы так пальчик залазит, ну, туго залазит, но как бы место получается то, что есть. Вот. Взяли 21 размер. Что случилось? Чего ты? Капризулька. Долго с ним ходили, вообще время уже у нас очень много. Сейчас надо быстренько мыть ванну, скоро его тоже уже купать надо будет. Так что вот, нежданно-негаданно пошла я все-таки в детский мир, да, сын? И купили кроссовки, скажи мне, да? Да? Потому что ему уже в этих ботиках так жарко, у него ножка потеет. Поэтому, в общем, решила взять кроссовки. Ну и тут, девчонки, мы, конечно же, с Тимкой немного перекусили. Также я решила сегодня еще покормить его красным яблочком. Он очень любит сам его грызть. Я только кожицу убираю, либо сама съедаю. А он, в общем, дальше грызет сам яблочко. Ну и так с ним опять тоже играем. Он научился у нас играть в конструктор. Лего нам дарили на день рождения крупное. В общем, научился тоже собирать, сам составляет. Иногда, конечно, у него не очень получается, но, в принципе, ему это нравится. В общем, может так тоже, знаете, залипнуть на несколько там минут, либо на полчасика. Девчонки, вы представляете, я собралась сделать ужин после того, как уложу Тимку, чтобы был ужин горячий, потому что муж придет поздно, где-то, наверное, около 11. Поэтому я решила сделать сегодня ужин вот именно после того, как Тимку уложу, то есть это где-то после 9. И вы представляете, у нас на кухне лампочка, в общем, потухла. И не работает свет. И там темно. И сейчас там темно тоже. Я туда хожу, он за мной бежит и плачет, потому что там темно. Страшно ему, наверное. Вот. Как буду делать ужин, не знаю, блин. Поставить, что ли, свою кольцевую лампу и так готовить. Не знаю, потом посмотрю, если будет освещение более-менее от этой лампы, то, наверное, так приготовлю. А так муж привезет вот лампу после работы. Это пипец, девочки. А у меня нету запасной лампы. Ох, да. А тут, которая люстра у меня висит, на ней несколько ламп. Сколько тут? 7. Но они там мелкие, в общем, там не подойдет вот этот вот, как он называется, забыла. 2. Вот так вот. Просит эти штучки, дала ему попробовать. Вот эти вот крекеры, которые вроде бы понравилось ему. Но они сладенькие такие, с яблочком сладенькие. Поэтому, конечно же, ему сладенькое все нравится. Да, сыночка? Вот. Ага, надо было раньше мне готовить. Если бы я знала про свет, я бы, наверное, приготовила пораньше. Ох. Голова так, девочки, болит к вечеру. Ходили с ним. Надо все-таки купить коляску. Я не знаю, я там в детском мире посмотрела. Там таких легких нет. Они говорят, что можете посмотреть на сайте. То есть через интернет-магазин. Вот. А так в наличии у них там в магазинах самих выбора вообще нет. Одну, кстати, нашла на Валберес коляску. Но она, знаете, она так выглядит, как... игрушечно, что ли, вообще хлипенько так выглядит, но у нее очень хорошие отзывы. Очень много отзывов и очень хорошие отзывы за 2500. Но она такая, как трость, в общем, просто складывается и все. У нее нет корзины внизу. В общем, такая простенькая, просто чтобы вот перевозить ребенка. Но все пишут, что там и в 3,5 года на ней катают нормально. Вот. Не знаю, может быть, ее попробовать заказать. 2500 стоит. Посмотрим.
А в дочках сыночках кто-то мне, кстати, говорил, посмотри в дочках сыночках, я смотрела, у них уже в интернет-магазине совсем ничего нет. А поблизости дочки сыночки у нас везде закрылись. Вот поблизости, которые метро. И у нас давно уже закрылось. Вот я всегда в дочке сыночки ходила. У нас здесь прям был, где я в Пятерочку хожу, рядом с домом. Там тоже были дочки сыночки. Нет, хватит уже. Ты же уже покушал, а? Да он так смотрит своими глазками, выпрашивает этот крекер. Невозможно, невозможно. Он также с кукурузными палочками. Дашь ему несколько штук, он сразу просит, чтобы я, наверное, всю пачку ему сразу отдала. Да? Хитрый такой, вообще хитрый. Вообще, соображалка работает, да? Хитрюга. Такой смешной, не могу. Смотрите, что делает. Смотрите, этот хулиган. Ага. Одну взял и ушел. Нет, две взял. Так, какую сейчас есть? Выбор тяжелый. Сложный выбор. А ты мне одну даешь? Ой, Димой сладкий, да ты что? Ты маме дал? Ты маме дал? Ой, да бабу, Димой хороший. М-м-м-м. С мамой поделился, да? Да кушай, кушай. Кушай. Типа он не хотел кушать просто. Кушай, сын, кушай. Я не ругаюсь, кушай. Вот эти жопки, а? Жопки маленькие такие, хорошие. Ты там? Кто там? Ты что ли там? Ты там? Кушай давай, кушай, сын. Ну и приступаю я к своим домашним таким делам, домашней рутине вечерней. Конечно же, нужно помыть мне ванну перед тем, как Тимку купать. Я мою ванну каждый вечер перед купанием, потому что все-таки мы там моемся. И как-то купать пока такого маленького малыша мне не хочется. Поэтому я постоянно сначала помою ванну, а потом уже ванну набираю и его купаю. Тут мы, девчонки, смотрим в окно. Он очень это дело любит. Я вам уже в прошлом видео показывала. Да, как он у меня стоит, бывает, и сам смотрит в окно. В общем, ему очень нравится, особенно когда проходит там, не знаю, собачка, либо еще кто-то. В общем, вот так вот мы с ним тоже вечером постоим, посмотрим. Потом я начинаю убирать все игрушки, все более-менее навожу везде порядок. Ну и идем с ним купаемся. Вот так, в принципе, проходит наш вечер. Ничего такого прям сверхъестественного. Все так же, как и у многих, в принципе, мне кажется. Ну и, девчонки, обычно еще вечером у меня добавляется готовка. Я обычно вечером готовлю ужин, потому что муж приходит поздно. И к его приходу, чтобы было все вкусненькое, горячее, в общем, я готовлю вечером обычно ужин. И плюс потом добавляется еще вечерняя уборка на кухне, там помыть посуду, протереть, да, что заморало и так далее. В общем, а в этот раз так получилось из-за этой лампочки. Я не готовила ужин, поэтому вам остальной мой вечер ничего не снимала, потому что в принципе он у меня закончился, когда я Тимку уложила, тоже муж пришел потом с работы, мы в принципе легли спать, вот и все, как бы вечер закончился. Ну и тут, девчонки, все, мы искупались, сделали все процедурки, почистили носик, почистили ушки и пойдем сейчас укладываться спать. И плюс в этот день нам надо было с ним постричь ногти. В принципе, он всегда спокойно вообще дает стричь ногти, главное его чем-то развлечь, отвлечь.
я всегда ему рассказываю какие-нибудь, не знаю, рассказы, сказки. В общем, он так отвлекается и, в принципе, вообще спокойно дает стричь ногти. Ну и все, девчонки, вот у нас такой вечер. В принципе, мое видео уже подходит к концу. Спасибо вам всем большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока!